Добрый день, уважаемые подписчики. Хотела сделать еще один обзор, что же все-таки у нас случилось с Пилантусом, как он адаптировался ли. Сейчас я вам покажу то же самое колесо, которое снимала месяц назад. То есть, в принципе, растение выглядит достаточно неплохо. Здесь у нас полутеневое место до часу дня солнышко, потом солнышко у нас уходит за дом. Как видите, все листочки пораженные солнцем, даже скорее всего не солнцем, а именно горячим ветром, ушли, остались только здоровые. Все цветет, разросся очень сильно спилантус, чувствует себя великолепно. Так что это мы здесь сейчас посмотрим. Далее мы сейчас с вами посмотрим, как он у нас сидит совсем в тенечке. Так себя ведет спилантус совсем в тенечке. Под деревом тут солнышко не бывает вообще. То есть, как вот тот кустик изначально уходил в семена. Вот они, кстати, семена. Еще раз покажу, кто если будет сажать спилантус. Вот они, семечки. Их можно собрать, потом посеять. В принципе, тоже начал потихонечку обрастать, но если честно, в полутени он себя чувствует получше, скажем так, цветение намного меньше, чем на в полутени. Опять вернулись к тому же колесу, с которого мы начинали. Еще раз сравним то, что да, полутени, то есть солнышко до часу, самое отличное место для спилантуса. Также есть у меня кусты, которые сидят вообще на солнышке, но, к сожалению, заснять их не смогу, они на другом участке находятся. Это я сделала отдельный обзор. Смотрите, я считаю, что все достаточно неплохо получилось в итоге, несмотря на то, что в начале сильно был листочек поврежден ветром, именно жарким ветром, а не солнечными лучами. Сейчас смотрится, конечно, великолепно. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за ваш интерес. Будет еще много интересного.